Отель Палома Ренессанс, Анталия Бич, Резорт и Спа. Сейчас мы находимся при входе в отель. Зона лобби. Есть магазинчики. Часть из них закрыта, есть открытые. Наверх проход к номерам. Территория большая. Все выполнено из мрамора. Дальше проход на зону отдыха возле бассейна. Продолжаем нашу экскурсию по Палома Ренессанс. А сейчас мы пройдем по территории отеля. Вот это Барби и Мэйзи. Ресторан. Очень много людей сейчас кушают на улице. Территория большая, зеленая. Такой огромный сад. Очень есть банановые пальмы. Карта территории. Есть пляжная дискотека, теннисные корты, баскетбол, проход к пляжу, детский клуб, детский бар, бассейн. И проход к виллам. Здесь очень много тенечка. Тем, кто не хочет загорать, очень удобно. Можно спокойно гулять по территории и не бояться обгореть на солнце. Вот территория отеля. Сзади него находятся горы. Вот мы уже на подходе к морю. Отель находится на первой линии, но чтобы дойти до моря по территории отеля, понадобится несколько минут. Здесь можно взять пляжное полотенце. Вот еще один бар. Погода сегодня отличная, чтобы загорать. Умеренно жарко. Удобные новые шезлонги для отдыха.
Территория очень большая. Вот уже видно море вдали. Еще один бар у самого моря. Все очень красивое, белое. Пляж песчано-галечный. Вход в море галька. Есть вот такой пирс для отдыха у самой воды. И еще один пирс. Природа изумительная. Здесь на пляже можно наблюдать все красоты. Вот территорию отеля отсюда даже не видно, потому что здание отеля находится через парк. Внутренняя территория отеля. Есть парковка для автомобилей. Теннисный корт. Дальше проход к бассейну, к барам и к пляжу. Как я уже говорила, отель для туристов, которые хотят спокойного отдыха. Много тенька на территории. Достаточно зелено.